Из эксклюзивного итальянского Манреса. Манреса. Берем багетик. Маленький, кладем... хлебушек маленький. Маленький, чтобы не поправиться. Так. Берем мягкий сырочек и так. Кладем на него мармелад. София, а мармелад может быть любым? Ну, он может быть либо... Я, например, больше люблю, когда он абрикосовый. Но так. Этот мармелад... Да. Конкретно когда, какой? Да, он... Покрутите его. Это апельсиновый. Это апельсиновый мармелад. Ну, вообще... Апельсиновый, да. Из кислины. И, ну, вообще придает. С вином это получается очень-очень вкусно и... Это вы... Ну, вот съешьте. Это вам я достала. А, это мне? Конечно. Тогда нужно, чтобы кто-то камеру взял. Так, правильно. Так. София сейчас нальет грамм вина. Чуть-чуть. Потому что вы нас везете, и вы должны быть трезвы. Кто? Отож. Ну что, друзья, я пробую. Пробуйте и скажите. Сырок. Что случилось? Пауза какая-то? Извините. Слоу-моушен потом надо будет посмотреть. Он горький немножко. Yes, please. Он немножко горький. Нам тут тенечек сейчас. Thank you. Горький. Так, а теперь смотрите. Jeremy, right? Yes, sir. You have a magic touch. Making it happen. Thank Making you so it happen. Much. Кто сказал? Ну? Может, кондиционируешь? Необычно. Необычно. А именно с хорошим вином это сочетание очень классно стало вообще. Спасибо. Я думаю, что нам только на фоне. Да, подожди, пока еще кушаю. Это все для вас. Там, говори. Там, что сюда так тяжело добраться, что... Джекпот. Хорошо. Хорошо.